Такая весенняя, эта грязь вообще скользкая такая. Она такая сочная, еще не поспела. Я уже даже за зиму забыл, как по грязи ездить. Ух ты, офигеть, меня все обрызгало. Я сегодня, кстати, катаюсь в этих водонепроницаемых носках. Так что проверим, текут они или не текут. Обалдеть! Пожалуй, я эту лужу объеду. Так, березовый мостик, опасный пиздец. Сейчас скользкая грязь. Оп-оп-оп, нет. Вот так вот. Сейчас самое главное не упасть. Тут такая речка не очень глубокая. Опа! Я не упал! Ну, не очень страшно. Здесь тоже такая коварная. Коварный ручеек, и мне, как всегда, достается уже такое раздроченное место. Вот здесь летом будет травы по пояс. Даже не это, не видно нифига. Вроде кажется травяной покров, а на самом деле там мягкая очень грязь. И ты едешь, как будто плывешь. Это весенняя молодая грязь. Смотрите, ребята, упал кабель высоковольтный. Надо его поднять. Ух ты, фигеть! Я аж по пояс провалился, обалдеть! О! Ну что, направо, налево? Это уж ты сам решаешь. Стас! Да-да! Стас, погоди немного, погоди! Ребята, догадайтесь с одного раза, что это такое. Это Ярославская городская свалка. Высота мусора, наверное, с 9-этажный дом. По-моему, она заполнена на 140%. И вот сюда к нам везут мусор из Москвы. Через год высота будет как с пирамиду Хеопса. Вот смотрите, впереди свалка, а вот эта вот канавка, речка оттуда стекает. Она черная-черная, как гуталин какой-то. Камера ветку сломал. Вот что значит самодельное крепление. Резина вроде уже не очень, да? Держи тормоз. Сука, встрел. Негодяй. С мусорки. Ну хуй, нормально так я провалился-то. Вот смотрите, я стою в мотоботах в воде. То есть сейчас вода уже протекает внутрь мотобот. Вот, все, я уже почувствовал, как вода попала внутрь мотобот. Стало ногам холодно. Но пока вроде сухие. Леха, смотри, сейчас
за вилку она вниз пойдет. Тут главное выдернуть. Найдем тебя. Ничего страшного. Да, аккумулятор зарядился. Я плохо зарядил его. Здесь трактора размесили землю. Ух ты, ни хрена себе. Чуть не упал, а. Вот, а смотрите, какой высоковольтный столб большой. Он, наверное, в диаметре метра, я не знаю, полтора. В нем, если что, жить можно. Хуёси. Вот она, дорожная глиняная грязь. Самая такая неприятная. Она очень скользкая, мотоцикл, блядь, начинает плавать. То есть мотоцикл едет там, где мягче, а не там, куда нужно. Лёх, посмотри, камера чистая, объектив. Вон Стас пытается выбраться. Он почти выехал. Цепь смазана. У нас Стас там пятаки крутит. Ох, блин, охренеть я. Это же скач. А, пиздец. Я чуть ногу не сломал. А. Короче, я нырнул прямо в какую-то яму. На 3-4. 3-4. Оп. 3-4. Оп. 3-4. Оп. Его реально засосало туда. О. О. Охренеть. Фух. Опа. Вот так вот один катался бы. Да, выдернул бы. Нихуя бы не выдернул. Руками откопал бы часа за три. Ладошка. Да. Да, реально растет кукуруза. Но это, скорее всего, коровам выращивают какую-нибудь ГМОшную. Потому что у нас слишком северно, ну, не растут тут такие. Тропические растения. Это Волга растаяла. Кстати, воды не очень много. Обычно Рыбинское водохранилище спускает воду. Весенний паводок. А что-то вообще воды немного. Я бы даже сказал, что мало воды. А это, ребята, нанотехнологии. Выращивают черную траву. Да, дубовая роща без листьев такая страшноватая. Здесь надо ехать аккуратно, потому что под листьями могут быть бутылки. Я здесь сколько раз был, я ни разу здесь озеро не видел. Утки сейчас улетели, прям такие жирные. Давай чай пьем. Давай. Вообще процедура. Нет, я смазываю этот маслом моторным. Отработкой. Я думаю, что это все. Вот и смотрите, у Стаса какая красивая графика. Самое главное, у них черепов нет. В общем, синий моргает. Желтым должен моргать. А, красный моргает. Ну, красный моргает. Вот, а стрелу нашел. Тут Иван Царевич это, лягушку, короче, убил. Как-то этот металл какой-то, вот только очень легкий вообще прямо. Да? Алюминий, да, легкий вообще. Короче, здесь Иван Царевич, как раз вот и озеро небольшое.
О, блин, сейчас Леха. Да, смотрите, дубы какие вообще этот. Такие, это страшненькие, такие они, стрёмные, я бы сказал. Сейчас можно легко ехать с пробуксовкой. Потому что под листьями такая жижица черная. Она очень скользкая. И мотоцикл пробуксовывает. О, тормоза хоть появились после грязи. В этом лесу очень много корней. То есть мотоцикл так подтряхивает, как этот трамвай, короче. Вот, смотрите. Смотрите, как ветки завиваются прямо к этим завитушками какими-то. Причем упало или срублено недавно. Скорее всего, этот отвалилось. Вот, видите? Это, короче, трава. Даже не знаю, как это обозвать. Растение. То есть это не дерево. Такой вот сорняк. Какой темный лес. Вообще прямо темный-темный. Вот, смотрите, сок набирает. Я думал, что только этот березовый сок можно набирать. Оказывается, еще еловый. Здесь прямо такие борозды. Как будто деревья сажали на грядках каких-то. Вот там снега еще по пояс, короче. Да, тут еще зима, зима. Да, очень высокое такое бревно, нет разгона. Сегодня очень ветрено и очень холодно. Примерно плюс 3 градуса. И на вот таких прохватах вообще выдувает всего насквозь. Промерзаешь. Ну, птички живут прямо, смотрите. В траве прямо птички тусуются. Что-то они там едят. Наверное, червяков ищут. Шибко еду, шибко! Так, а что у нас такое? Григорьевская. Резина воет вообще по асфальту. Да, так это сотовая вышка прямо близко к домам. На ней стоят очень мощные излучатели. Стас сказал, что здесь много грязи. Вон он, муравейник какой был большой. О, бухательное место. Бухарики. Как вот они сюда в лес-то добираются? Бутылка водки, хлеб, закуска. Что хоть они тут делают? Или это охотники? Здесь зверя-то, наверное, нету. Здесь свалка городская, рядом здесь зверя травленное. О, грязимес такой пошел, нормальный. Стас не обманул. О, еще даже с ручейком. Обалдеть. Нормально так. Оп, проехал. Да, такой здесь мясистая здесь грязь-то такая нормальная. О, бурелом. Даже еще... Ух ты, нифига себе. Обалдеть! Офигеть! Просто офигеть!
мотоботы вода сверху налилась, я прямо почувствовал. Но пока вроде носки этот живые, водонепроницаемые. Сейчас пошли эти бревна пошли. Фу, да так нормально, аж согрелся, вспотел. Тут за зиму жира тут накопил. Вон у нас, блин, вообще тут чернозем такой. Неужели стаз застрял? Не может быть. Не, стой, стой, бревно, короче. Ты попал в ловушку бревна. Не, Лёх, стой, стой, стой. Попал между двумя бревнами. Даже тремя бревнами, хрена ты в ловушку попал. Грязь прямо, она чмокает. Прямо причмокивается. Стой, стой. Ты закапываешься, стой. Есть по следам Стаса лучше. Вот это круто, тень, ребята, смотрите скорее. Вот это, блин. Вон, видите, даже ноге трудно вынуться из грязи. Вот, ребята, смотрите, здесь лосиная прикормка. Здесь лосей подкармливают, чтобы они сюда приходили и кушать. А потом поджидают и убивают. Вот такая вот забота о зверях. Вот так же и нас чиновники сначала подкармливают хорошей жизнью. А потом используют как рабов и травят. Заплати налоги, потерпи и сдохни. Вся цель существования человека. Ну, вот там ребята борются с грязью. Блин, стоять невозможно, сразу засасывает. Кто хотел еще на грязи? Че, Леха, это протекает мотобот это? У меня пока сухие еще. Ну, чувствуется, что влага за носками. Обалдеть. Леха упал. Давай, Стас, поднимем. Тут бензином уже завоняло. Кстати, это солом жареным запахло. Сейчас Леха дышится, он вообще этот, говорит, живот, что-то стукнулся животом. Вот так вот, короче, нога засосалась в грязь. И я никак. Вот у меня ногу не вытащить. Мотоцикл упал, прямо его засосало. И опа! Сейчас перехвачусь. И оп! Вон, Лёху там, фига себе, завернуло. Вон какая, смотрите, жижа тут, прямо реально жижа. Офигеть, у меня заднее колесо носит, наверное, по полметра в сторону. Вот, а смотрите, что это такое, тут вообще придуло. Может, там труп какой-то. Осторожно, ядовитые химикаты, не проливать на землю. Оп-оп-оп-оп-оп, вот это да. Да, глубоко здесь. Сейчас ищем объезд, потому что нам уже там не проехать.
По этой дороге мы ехали на покатушку и уже едем гораздо быстрее, потому что к грязи попривыкли и получили опыт. Вон он, Стаса, как паровозик задымил.